Ульяновские школы, гимназии и лицеи готовят к новому учебному году. В школе-интернете номер 92 в Засвияжском районе Ульяновска работа кипит вовсю. На втором этаже демонтировали старые перекрытия. В некоторых классах готова чистовая отделка. Параллельно идут работы по замене отопительной системы. Со всех кабинетов, где идет ремонт, были срезаны старые наши где-то чугунные, где-то просто трубы батареи, которые, естественно, там не... Мы не говорили о какой-то теплоотдаче, потому что они уже все давно забиты. То есть сейчас промыли всю систему и будут устанавливаться новые батареи. Классы будут не только функциональными, но и красивыми. Ведь капитальный ремонт делается по специальному дизайн-проекту. Уже доставлено в школу и новое оборудование. Одним из важнейших направлений нашей работы является профориентация детей. Для этого мы тоже закупили в рамках современной школы оборудование для швейной мастерской. Уже здесь наши детки смогут получать профессиональные навыки и заниматься профессионально швейным делом. Новое оснащение уже закуплено для кабинета физики, химии и биологии, а также для работы с учениками-дефектологов. Помимо этого, в новом учебном году будет создана фото-видеостудия. Модернизация в школе номер 92 проходит по проекту «Добрая школа», который реализуется уже четвертый год на территории Ульяновской области. Для того, чтобы оснастить этим современным оборудованием, необходимо произвести и ремонтные работы, и работы, которые позволят подключить это оборудование. Поэтому в настоящее время, вот летний период, осуществляются ремонтные работы в трех школах в этом году. Если до этого 3 года мы делали по 2 школы, в этом году вот в рамках конкурса 3 школы. Оснащение современным оборудованием предусмотрено для основных предметов и направлений дополнительного образования. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Управда ТВ.